прийшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати в дом, розкажи нам знову, що. А нова є історію, бачу засяє дім. Для малих бобров і для всіх сябров, будь бобер, а побіді. Бастер, тримай! Не гэты! Лепш возьми наступный. Тата Бобер, частуйся! Чтоб вы мне пора или узять? А, я повинен был сдогадаться! Усё у парадку? Что ты зробила? Я просто насыпала крыху соли да вот эту. Это был жарт! Каблам не хотелось пить. Годе, треба гулять сумленно. Ваше малое свовольство нагадало мне одну историю. Ходите сюды. А мне не княемка. Чарауница недарека. Ходим у подвал. Это повинно быть тут. Там Санта-Клаус хавая свои подарунки. О! Ай-ой, кто тут у нас? Добрый день, спадарня. Мы двое детей, якія живуть у гэтым доме. Як майтеся, спадарня, кто вы? Что за дурни? Вы хочете сказать, что николи не обачили ведьмы? Перед вами не ангельская королева. Не забудьте подяковать вашему тату. Саправды, вы ведаете наших тату? Так, я ведаю вашего батьку, молодой человек. Миновито дякуючи яму я тут. Что? Каб вы ведали, мои солодки, каб выкликать ведьму, потребны три умовы. По-перше, вильготная атмосфера, як тут. По-другое, трохи воца, то и найтяжейшее. Сказать чаровные словы у полной да абсолютной темры. Так и здарылося. Однойчи сюда пришел ваш тата у пошуках слойка гороху, який спотребился вашей мати. И он не мог знайти выключальника, да сказал чаровные слова, идучи у темры. Як я знайду слойк гороху у такой темры? Это и есть чаровное слово? Я уповнена, что я именно это так и сказал. Я ничего не знайшу. Так, дороженька, накольки я памятаю, вы мусили есть бураки у той вечера. Это только початок. Вы еще доведаетесь, что значит жить с ведьмой в подвале? Неприемности начинаются. Эдрин и Луиз. Вы ведаете, что это смешно? Так, мама. Хученько в свой покой, и каб я вас не бачил. Обмеркуем этой раницей. Перац? Як вы могли? Але тата... Вы поклали цукор у сальницу. Тата, мы ничего не робили. Яны далили сюды чарніла. Адрыян, Луіза. Калі гэта скончыцца? Гэта ўжо зашмат. Мы павінны пазбавіцца ад яе. Дезінфекцыя, дэтэктыў. О, выгнанне ведзьмы. Вось гэта, СОС, ведьмы, на рынку с 1955 года. Добрый день. Нам потребна допомога. У нашем подвале поселилась ведьма. Мы хотели... Позбавиться от ей назавсёды. Выгнание ведьмы – великое мастацтво. Треба знайсти слабое место ведьмы. Якого колеру ее скура? Жёлтого. Добра, які у ее подых? Фу! Выдатно! Ці вы чули, каб я наказала у пячонку естися? Николи. Вельми добра. Я пэўная, что у вашей ведьмы хворая пячонка. Так, молочный шоколад. Гэта найгоршая рэч для ведьмы с хворой пячонкой. Вам хопіць одной унции на кожны фунт яе вагі. Колькі яна важыць? Не ведаю. Абавязкова даведайтеся. Поделите яе вагу на 16, и вы будете ведать, кольки шоколаду трэба ей дать, каб позбавиться да заўсёды. Добрый вечер, ведьма. О, как я бачу. Малые смаркачи пришли меня наведать. Вы не злуете за перец, які я додала у джем? Не, мы турбовались про вас. Нехто у лесі здохла. Мы злые зауважили, что вы худеете. Махчыма, вы захварели. Я захварела? Ах!
80 фунтов, згодно с вагами вашей мати. Столько ж я важила у 18 годов. Бывайте. Шоколад для дорогого тати у день народинов. Я думав, що ми свавольники, але куди нам до цієї відьми? А чому яна не скористала свої моцна добрі речі? Бо відьми так не роблять. І на огол яни не існують. Сподіваюся, Едріан і Луїс переконали своїх батьків, що це не яни робили ті дрянні речі. Я так само сподіваюся. Запомніть, діти, ніколи не осуджайте інших без доказів. У мене питання. Чому у казках завжди більше відьмів, ніж відьмаків? Бо жінчини на усі чотири ноги підкутує. Це правда. Хто б казав? Я жартував. Абракадабра! Я незвичайна стара відьма з Татарення. Я звишмогутна відьма, а ви усі мої слуги. Бенджі, принесі кавалок шоколадного торта і без солі, без воцату. Бастера, я попрошу подати мені шклянку апельсинового соку. До ваших послухав, але спочатку заплющи в очі. Кольки мені ще так стоять, тета бабер? Покуль яни не вернуться, меркую. Не гляди, ведьма бійці, нас зачарували, і наш вигляд наполохає тебе. І все ж ми виконали твою просьбу і принесли тобі шоколадний торт. Открий рот, ведьма! Так, ведьма, роззявай! Я мушу поглядіть, я розплющую в очі. Ми, люди рабухи, схиляєм голову перед тобою завсюди до твоїх послуг, ведьма Бітті. Де ви знайшли гэтыя костюмы? Із летошнього карнавалу. Ну так, ад спектаклю «Королеўнай жабы». Выдатныя костюмы. Не завсюди треба быць чародзім, каб тварыць цуды. Паспяшайма, трэба збіраць нашы рэчы, інакш прамокнем да ніткі. У такі час я хацеў бы быць чародзеем. Мы пазмахнулі нашымі чародзейнымі палачкамі, і ўсё б само сабралася. Няма чаго тужыць па магічнай сіле, хутчэй махайце вашымі рукамі ды нагамі. Той, хто першы дабяжыць дадому, выбера новую гісторыю. Добра, тата бабёр? Цяжка сказаць, хто будзе першым. Я успомнил одну историю, якая вам сподобается, гэтак про вусатого чародея с дрэнным характером. История называется «Бурчун с карабистую». Майстер Бурчун, ці не могли б ви обновити мій старий диванок, а? Я великий Бурчун з Карабістую, і я вельми занятий. Пойди у краму, да набудь собі новий диванок. Стань зелений, як фасоля. Добрый день, спадар Бурчун. Мой крамзоль захварел, подлечите его. Я великий Бурчун с Карабістую, и я вельми занятый. Поклич ветеринара, размазня. Приемного дня. Будет им наука. Никто не осмелится турбовать меня. Что такое черговый паскудник? Кто осмелился завитать на мой порог?
пытание. Меня клишет Эрнестена. Я хочу, каб ты адрамонтовал мою ляльку. Бурчун не занимается такими речами. Иди отсюль, покуль я не пераутворю тебя у ружового слимака. А я скажу великому чародею, что ты отмовился выратовать мою ляльку, и он покарает тебе. Каб мне колом язык стал, коли великий чародей доведается, что я отмовился адрамонтовать ляльку, и он раззлуется на меня и пераутворить меня у рондаль. Добрый, я помогу. Вось. А теперь иди. Не. Трасса. Что тебе еще? Расчаруй эту милую даму и крамзоля. Иначе я расскажу великому чародею про то, что ты срабил. А нехай я ну выпрахне, коли великий чародей доведается, что я зачаровал суседку удову, да крамзоли он зробит в мене газонокосилку. Абракадабра! Карабистую! Чары не працуют! А теперь катись отсюль, дяучо, покуль я не переутворю тебя у рапуху! Не! Что ты еще треба? Я хочу, каб ты перетворил себе у приязного и изучливого чаровника, иначе мне доведется сказать великому чародею, який ты паскудник. Каб я так дыхал, коли великий чародей доведается, что я стал старым стенаром, и он пустит меня на смерть и мергнуть не поспею. Эх, моя голова. Голова распадается. Може, лекаря? Моя чаровная палочка вылечит меня. Несчастный бурчун, моя чаровная палочка поломалась. У меня больше нема силы. Добрый день, господар бурчун. Как маетеся? Як настрою такий выдатный день? Выдатно. А у вас? Я николи не был таки счастливый, коли я был чародеем. Лепш мець сяброў, чым магічную моц. Гэта нашмат весялей. У той вечер бурчун надзеў элегантны гарнітур і запрасіў удаву ў кіно. Усё ж цяжка страціць сваю моц. Не, калі ты шчаслівы. Так, але ён можа тварыць цуды. Гэта так добра. Бурчун даведаўся, што калі быць добрым і карысным, у цябе з'явяцца сябры. Толькі так можна быць шчаслівым. Я думаю, гэта лепш за ўладу і магутнасць. Хаця крыху магічнай сілы не перашкодзіць. Носить шмат таких історіяв про запас. Под своїм вялізним парасоном знов збере йо нас. Ті на гори, ті под горой, ми навкол його сядім. Для малих бобров і для всіх сябров будь бобьор, а победіть.